Иваново принимает на своей площадке финальные игры чемпионата студенческой волейбольной лиги России среди мужских команд высшего дивизиона. Первые спортивные состязания пройдут в день города. Наш регион будут представлять сразу два вуза. Мы стали в этом году единственным регионом, который в главном финале студенческой волейбольной лиги представлен сразу двумя командами. Это командами химико-технологического университета и энергоуниверситета. Кроме двух ивановских команд, в финал прошли ребята из Ростова-на-Дону, Саратова, Махачкалы, Оренбурга и Смоленска. Кстати, особенно опасаться стоит последних. В Смоленской академии, то есть она в своем полуфинале заняла первое место. Вот. Хорошая команда, тем более это студенческая команда, которая сотрудничает с профессиональной командой. У них команда высшей лиги А. То есть будет усиление однозначно с профессиональной командой. У нас разрешено это не баскетбол, у нас разрешается усиливаться. Оренбург очень сильная команда. Задача минимум, которую ставят тренеры перед ивановскими командами, войти в финальную четверку. Тем более, что дома и стены помогают. Праздничное открытие чемпионата пройдет в эту субботу в спортивном зале ГХТУ в 16:30. В первом матче сыграет команда энергоуниверситета. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.